Раша Ли, великолепно, потрясающе. Именно такие слова восхищения неслись из переполненного концертного зала кубанского казачьего хора во время выступления артистов из Армении. Долгими овациями заканчивался каждый танцевальный номер, который можно было смело назвать маленьким повествованием о жизни и смерти, любви и долге. И все это с юмором, иногда грубовато народным, иногда по-восточному тонким и лукавым. И также без преувеличения можно сказать, что краснодарцы, которые пришли на концерт известнейшего коллектива государственного ансамбля танца Армении, получили такую эмоциональную встряску, что этот вечер запомнится им надолго. О неизбежном успехе выступления ансамбля мы говорили с директором коллектива Эриком Чанчуряном днем раньше, когда артисты пришли в гости в Пашковский армянский культурный центр. Их тепло встретили, показали аудитории и учебные классы, поделились планами на будущее. Эрик Сурянович, вот уже долгие годы ваш ансамбль является визитной карточкой Армении. Но я знаю, что этому предшествовала очень длительная история. Скажите о ней, пожалуйста. Госансамбль танца Армении был создан в 1958 году, и уже на следующий год нам будет 60 лет. Он побывал более чем в 50 странах мира, где, ну, везде были бурные овации. Я знаю, что мэр Нью-Йорка написал в свое время, значит, в статье, что когда, значит, выступил ансамбль, не помню в каком году, что это самое большое событие в культурной жизни Нью-Йорка. Как это вот началось в 21 веке? С чего началась новая жизнь ансамбля? Ну, мы государственный ансамбль, у нас государственная дотация, слава богу, успеваем держать ансамбль в той кондиции, чтобы зритель получил грандиозное удовольствие. Мы находимся в городе Краснодаре в рамках Дней армянской культуры в России. Министерство культуры Армении и Министерство культуры России совместно сделали такой проект. Да, у нас сейчас мы приехали, у нас 55 танцоров, танцовщиц, и у нас живая музыка на сцене. Я знаю, да. И 13 музыкантов. Что вы даже на репетициях используете? Да. Вы в первый раз? В этом регионе в первый раз, да. За 60 лет я тоже не знаю, как так получилось, да. Я уверяю, что завтра вас встретят такими аплодисментами. Просто искупает овация, как говорится. Готовьтесь к этому. Все. Особенно рады встрече были танцоры народного ансамбля танца «Риндер». Артисты, в свою очередь, провели мастер-класс под личным руководством маэстро, главного хореографа коллектива, заслуженного артиста Армении Асатура Карапетяна. Алексей Ильич, сегодня в жизни Пашковского армянского культурного центра большое событие. Расскажите о нем, пожалуйста. Да, в рамках программы, межправительственной программы Дней армянской культуры в России наш заслуженный государственный коллектив Армении танца прибыл сегодня в город Краснодар.
и в том числе в наш культурный центр. Первым делом пришел Паша, да. Искорняк, культурный центр. Первым делом, да, они у нас были сегодня в гостях, мы провели вместе с ними экскурсию по нашему новому культурному центру, после чего показали наше искусство, как мы можем, как мы занимаемся, наши ученики. И в итоге все это закончилось мастер-классом от Государственного ансамбля Армении нашему коллективу «Олимберду». Когда строилось это здание, когда планировалось все это, мы даже не могли подумать, что в наших стенках, в наших в классах может произойти такое, скажем, мастер-класс от Государственного ансамбля танца Армении. Первый раз за всю историю Государственный ансамбль посещает Краснодарский край. И нам очень почетно, что первая миссия, первое место, куда они пришли, это Пашковский армянский культурный центр. Вы первый раз в России? Да, первый раз. И на Кубани, естественно, тоже первый раз. Да. Ваши впечатления об увиденном? У нас впечатления замечательные, потому что мы, конечно, в первый раз, и очень приятно увидеть такой большой, огромный комплекс, да, здание такое. Очень хороший центр, огромный, и приятно было познакомиться, и увидели очень приятных, хороших людей. Можно бесконечно говорить о профессионализме, отточенной технике, богатстве костюмов, но эмоции словами передать трудно. Как передать словами мощь, бешеную энергетику, мужество и юмор мужского танца и нежную лиричность и грусть женского? Поверьте, это почти невозможно. Только увидеть и услышать. Увидеть улыбки на лицах танцоров и такие же улыбки на лицах людей в зале. Услышать, потому что сопровождал выступление ансамбля замечательный оркестр народных инструментов под руководством композитора Айка Григоряна, без виртуозной игры которого вряд ли существовала бы такая органическая связь музыка, танец, зрители. Друзья мои, мы сегодня вечером увидели танцы, как трудится армянский народ, его трудолюбие, его умение веселиться, его умение шутить, его умение помнить и ценить свою историю, и если нужно, защитить свою землю. Я хочу от имени городской думы Краснодар, от имени Пашковского культурного центра, мы очень горды, что в организации этого мероприятия принимали маленькое участие. Я хочу высказать свое восхищение тем искусством, которое продемонстрировали и танцевальный ансамбль, и великолепные музыканты. Огромное вам спасибо. Спасибо за то, что вы нашли нужным посетить наш прекрасный город. И поэтому я хочу вам спасибо сказать, в том числе от имени горожан, наших жителей города. И когда весь этот водопад эмоций, музыки и красок буквально обрушился на зрителей, глаза их засветились гордостью и счастьем. Вот она, Армения, молодая, полная сил и надежд. Очень рада, что сюда попала. Спасибо большое организаторам. Это было нереально. Я надеюсь, что это повторится еще не раз. И, в общем, это не выразить. Здесь надо было просто находиться. Подобные мероприятия, подобные концерты, они заставляют воодушевиться, вновь обрести новую силу, уверенность. Потому что действительно в танцах был весь контраст, был, скажем так, весь спектр от грустных историй до веселых, радостных. Танцы собрали и воплотили в себе абсолютно все. И хочется сказать всем, кто создал этот праздник национального искусства, спасибо. Спасибо вам огромное. Вы щедро поделились с нами теплом своей армянской души и подпитали наши души ярким гранатовым соком Аястана. Спасибо и приезжайте еще.